Всем доброе, прекрасное утро. Сегодня второй день нашей поездки в Ригу. Погода нас сегодня радует. Сегодня, походу, закрыли проезд, только пешая зона. Вчера мы здесь гуляли, не было караула. Сегодня возле Статуи Свободы караул. И мы... Ой, мы, может, даже попали на... На смену караула, скорее всего. Мы записались смена на караула. Да, на бесплатную... На бесплатную экскурсию от желтого чемоданчика. Это первый раз, когда у нас получается попасть на бесплатную экскурсию на русском языке. В основном они по всему миру проводятся на английском. Главное нам гида не пропустить. Наш гид нас ждет за статуей. Так медленно. И сегодня, как всегда, с вами Таня, мой супруг Михалыч. И я. Побежали к гиду. Потому что это святыня нашего государства. Я встану вот в эту сторону, чтобы смотрели на памятник. И почему святыня нашего государства? Потому что государство у нас крайне молодое, и мы к нему очень трепетно относимся. Латвийская республика, вот Латвия, которую мы здесь сегодня знаем, видим, она появилась относительно для Европы недавно. В 1918 году впервые на карте Европы, на карте, на глобусе мира появилась такая страна, которая называется Латвия. В 1918 году. У нас недавно столетие только было. В 1918 году. И что было здесь до Латвийской республики? Мы были частью когда-то большой империи, между прочим, и с Украиной нынешней, не всей частью, но тем не менее. Это была Российская империя когда-то. До Российской империи это была территория, которая называлась Шведским королевством. Да, то есть мы были частью Швеции, она здесь недалеко, за морем. И еще раньше были территории Польско-Литовского государства, там были Речи Посполитой. И еще раньше, в средние века, мы были территории, которая называлась Ливония. Это была земля, частью Священно-Римской империи. То есть сюда пришли когда-то крестоносцы и основали здесь Ливонию. Это была такая конфедерация орденов, это не совсем государство было. Что было до 13 века, то есть совсем там ранние средние века, мы практически ничего не знаем об этом, потому что нет никаких свидетельств, записей. Об этом будем говорить уже, когда в Старую Ригу пойдем. Мы уже у памятника свободы. И как появляется Латвийская республика? Происходит Первая мировая война. Важнейшая в Европе война в начале 20 века. И по результатам Первой мировой войны нет двух нас интересующих на данный момент империи.
нет Российской империи, она после Первой мировой войны, коллапс, все. И нету другой империи, она с той стороны, это Германская империя. Мы были частью Российской империи, а в Первую мировую войну эту землю завоевала Германская империя. Поэтому эти две империи, они претендовали на эту землю, но одна распалась, вторая потерпела крах в результате войны, да, проиграла войну. Латышская интеллигенция считает, что хватит с нас корон различных. Короны Швеции, короны России, короны Германии, хватит с нас корон. И в 1918 году, 18 ноября, вдохновленными идеями национального самосознания, недалеко от нас с вами, в Национальном театре провозглашается Латвия. Но где она провозглашается? В Национальном театре, да, в большом-большом красивом зале собрались наши делегаты, политики, художники, писатели, не знаю, просто предприниматели, и провозгласили Латвийскую республику. И вот они поздно вечером, 18 ноября, выходят из Национального театра по ступенькам, там ступеньки есть, они выходят на улицу. Выходят ли они в Латвию, которую провозгласили только что в Национальном театре? Вряд ли, потому что здесь по-прежнему тот же самый послевоенный рухнувший мир. Да, то есть ничего не поменялось, здесь руины послевоенные. Поэтому надо еще объяснить населению, что мы такое делаем. Представьте, население никогда в жизни не ходило на выборы. Ну, у нас никогда не было государства демократического, мы были всегда монархиями. И тут вот подходят к каким-то людям из не только Риги, а из других городов Латвии, начинают говорить, вы на следующей неделе пойдете на выборы. Народ просто никогда не участвовал, не понимает, что значит ходить на выборы, он не понимает этого в принципе. А затем надо еще объяснить международному сообществу, что мы делаем. Все вы прекрасно понимаете, если нет признания держав, это и сегодня, это не то, что там 100 лет назад, если нет признания держав, нет и государственности. А, пример Украины классический сегодняшний день, да, соседи там вот эти вот ДНР, ЛНР, да, они не существуют как государство, потому что их не признали. И я еду как посол, веренный в делах Латвии, во Францию, в Париж, где мирная конференция после Первой мировой войны. Вот вы будете премьер-министр Великобритании, а вы будете премьер-министр Франции. Знаете, кто вы? Вы страны-победительницы в Первой мировой войне. Вы те, кто сейчас вершат судьбу Европы. И я, веренный в делах Латвии, перед вами вышел на ковер, прошу аудиенции, получил от вас аудиенцию. Я, конечно, где-то утрирую. И что в итоге? Я говорю, добрый день, я приехал по-английски Латвия, по-французски Литонии, и прошу вас признать мое государство. Знаете, вы профессор Оксфордского университета, а вы преподаете по вечерам в Парижском университете. И вы никогда не слышали о такой стране, которая бы называла себя Латвия. Упущение учителя географии? Не думаю. Напоминаю, у нас никогда просто не было в истории. И вы просите подойти меня к большому глобусу, к карте, и показать пальцем, где же эта Латвия, где же вас упустила учитель географии. И куда я показываю пальцем, на что я тыкаю, извините, на Российскую империю. Бывшая Российская империя здесь, да? И самая большая проблема в том, что это ваша и ваша союзница в Первой мировой войне. И получается, признавая меня, вы признаете сепаратистское движение на территории Российской империи. Опять же, знакомо очень, наверное, в современной Украине, да? Ну и таким образом, конечно, никакого официального признания от вас не получил. Закулисные только переговоры, потому что вы выжидаете, что же будет в России. А в России идет гражданская война между так называемым белым движением и большевиками, либо красными. И когда красные начинают побеждать, мы начинаем с вами общаться официально. Вы признаете латвийскую, эстонскую, в том числе и республики. И что же здесь происходило, пока я боролся с дипломатами там с вами в Париже? Здесь до 1920 года продолжает литься кровь, хотя Первая мировая война кончилась в 18 году. Почему же здесь льется кровь? Потому что здесь были претенденты на эту землю, которые не готовы были ее оставить вот так вот просто развернувшись и уйти. Кто претендовал на землю, которую мы сегодня называем Латвией? На нее претендовала в первую очередь Россия, да, то есть имеется в виду белое движение, да, то есть те, которые за монархию либо за республику, это же территория Российской империи. Первый палец. На эту территорию претендовала Германия. Ведь в лице тех солдат, которые маршировали здесь, я немного упрощаю историю, но мы были оккупированы в 17 году, напоминаю, Германии. И в Риге жили немцы, они были нашим коренным населением. Поэтому есть претендент еще в виде прогерманской такой Латвии. Третий претендент. Идеи международного коммунистического движения дошли не только до Москвы,
до Риги. Они были в США, коммунисты, они были в Японии, поэтому неудивительно, если Ленин-большевик там совершает революцию, то и здесь есть свое социалистическое, советское, коммунистическое движение, как угодно называйте. Поэтому идеи социалистической Латвии были тоже популярны, и здесь, в этом театре, была провозглашена советская Латвия. Это, так, третий был претендент, да? А, и четвертый претендент – это то самое национальное государство, где в Национальном театре провозгласила политики, интеллигенция, художники, предприниматели. Ну и между собой четыре эти что власти делали? Сражались, лилась кровь до 20-го года. В 20-м году заканчиваются бои за независимость Латвии, побеждает не германская Латвия, не советская, тем более не Россия, она перестала существовать как национальное государство. И побеждает именно независимая, суверенная Латвия. То есть то, что иногда кажется, что мы были частью Советского Союза, наверняка там, ну, кто-то в возрасте помнит, да, кто-то от рассказов родителей знает, мы же были частью СССР. Да, но с 1940 года. До 40-го года мы независимая Латвия. И этот памятник, он свидетель той самой независимой Латвии с 18 по 40-й год, потому что он открыт в 1935 году. Это памятник 35-го года, от сих до трех звезд, который символизирует наше государство и тот посыл, который мы здесь хотим видеть. Чтобы вы не замерзали, пока я тут нудную историю вам рассказываю, давайте пойдем немного туда, в ту сторону. Я шучу. В основе нашего памятника коричневый гранит, да, вот у нас под ногами, и берет углы монумента в том числе. А, это основа не только нашего памятника, но и основа нашей страны, только не гранит, безусловно, а то, что в таком свете, это земля, да, то есть земля, как в самом широком смысле, основа нашей страны. И на углах монумента представлена композиция из трех человек, в каждом углу будет по три человека, которые символизируют отдельную группу лиц нашей страны, если можно так назвать. Здесь, в эту сторону, да, композиция, человек думает, присел, он что-то записывает, и за ним там он читает. Это те, кто заняты умственным трудом люди, как я говорю. Это политики, философы, юристы, духовенство, писатели, художники, да. То есть это все, кто заняты умственным трудом. На противоположной стороне мы видим мать и двое сыновей. Это дом, очаг, семья. Основа любого государства – это малейшая ячейка общества в виде семьи. Ну и таким образом, это основа нашей страны. Интеллигенция. Это же интеллигенция, да? Люди, которые заняты умственным трудом. Семьи. Ну кто же у нас с той стороны будет? Пойдем. С этой стороны, коричневый гранит, мы видим наших защитников. Средневековые рыцари, двое современных солдат на 30-е, потому что 30-е памятник открыт, поэтому современные на 30-е, безусловно. Это наши защитники, и это, безусловно, вооруженные силы, вот вы видите, стоят солдаты. Это также полицейские, это пожарно-спасательные службы, это все, кто оберегают нас, следят за нашим покоем здесь. И на противоположной стороне, в этом углу, композиция из наших тружеников. Стоит крестьянин, присел кузнец, и с другой стороны рыболов. То есть, можно сказать, так утрируя, что Латвия стоит на четырех китах. Интеллигенция, семьи, защитники и труженики. Дальше мы бы были просто отдельной группой лиц, если бы не серый гранит. Не серый уровень памятника, как я называю, который нас объединяет, как бы немного над нами стоит. И посередине женщина, мужественная женщина с щитом-мечом. Да, вот она прямо над нами немного. Это символизирует женщину Латвию. То есть Латвия так или иначе нас здесь всех объединяет, кем бы мы ни были. Интеллигенция либо тружеников. Да. За монументом, где мы встречались, трое мужчин там на себе рвали цепи, они символизируют борьбу в самом широком смысле. Борьба за свои идеалы, действительно. Четвертая, третья композиция с этой стороны, да, вот.
там видно, что на плече молодого парня лежит рука вот этого старца, да, старшего поколения. Это связь поколений, уважение к предкам, к традиции, к истории, очень характерная для нас черта. У нас есть такой праздник, который вы все, безусловно, знаете. В Украине, наверное, его называют Иван Купала, либо Янова ночь, у нас это звучит так, либо в мире это день летнего солнцестояния, когда самый длинный день, самая короткая ночь. И в Латвии этот праздник настолько культивируют, что это два официальных дня выходных в Латвии. 23-24 июня ежегодно в Латвии отмечается Янова ночь. По всей стране зажигаются костры, люди уезжают из городов, пробки на выезде из городов, и все пытаются предаться природе. Суть в том, что этот праздник-то придуман не вчера, и не даже не христианами, а нашими языческими предками. Таким образом, этот праздник настолько культивируется, что каждый день мы останавливаем нашу экономику и два дня отмечаем Янову ночь, либо Лиго, как называется у нас еще. Это то, что у нас символизирует, то, что у нас здесь символизирует связь поколений. Это не пустые слова, это реальное дело в нашей стране. И четвертая композиция, ну, то есть вот с той стороны, чуть-чуть пройдем, потому что я хочу, чтобы вы своими глазами увидели. Это на самом деле интересно, очень картина такая изображена там, да, то есть в камне, которую многие местные жители даже не всегда замечают, не обращают внимания. Что же происходит там, на сером граните, вот с этой стороны? Как вам это видится, описание? Ребенок прижимает. Собака. Собачка. Коняшка. Не, ну лапки. Нет, это конь. Это медведь. А, медведь. Понятие, да, то есть богатыри это те, кто сражаются за все хорошее против всего плохого, да, в двух словах. И в Латвии из национального эпоса, да, то есть из нашего легенды сложился эпос, литературный герой, который был настолько силен, что он мог сразить медведя. И его зовут Лачплесис, что дословно по-русски можно перевести как рвущий медведя. То есть в Латвии, вот я могу, у меня если будет там, не знаю, мальчик родится, да, то я могу назвать его Лачплесис. В Латвии это нормальное имя или фамилия. И это имя будет переводиться как рвущий медведя. Не называют детей. Ну, редко. Может быть, называют, и имя, но... и фамилия. Это может быть имя и фамилия, да. Если фамилия, то это ну родовая, уже ничего не поделаешь. А имя сейчас редко встречается. Но пожилые люди еще есть, у которых есть имя Лачплесис. И таким образом вот он рвет пасть медведя. Он держит верхнюю и нижнюю челюсть. В Латвии самый страшный зверь это, конечно, медведь. Ну, просто исторически сложилось, у нас никого страшнее, чем медведя, в природе не встретишь, да? Поэтому вот он самый сильный, может разорвать медведя. Эта сила нашего народа заключена в этом герое. Ну и по замыслу авторов Карлиса Зала, Эрнеста Шталберга, что они делают между собой, все вот эти вот композиции? Они рождают, они как плодородная почва для чего-то более высокого. А что у нас наверху? Девушка, держащая три звезды. А девушка символизирует свободу, потому что мы были молодым государством на тот момент. Молодая девушка символизирует свободу. И три звездочки, которые в руках она держит, я их называю, шутя, конечно, и любя одновременно, мы Соединенные Штаты Латвии. Потому что если вы увидите американский флаг, там 50 звезд. Почему 50 звезд? Потому что через терни гражданской войны эти 50 звезд притирались друг к другу и появилось государство Соединенные Штаты Америки. 50 штатов объединились с государством США. А то же самое в Латвии. Культурно-исторические территории, которые можно назвать штаты, почему бы нет, они притирались испокон веков друг к другу и формировали единую нацию, и в 1918 году сформировали государство. А эти штаты, я могу вам представить, эти земли, это Курзама, либо Курляндия, Видзама, либо Лифляндия, и Латгала, Латгалия. Да? То есть вот Лифляндию и Курляндию вы могли слышать, потому что в Российской империи мы были столицей, Рига была столицей Лифлянской губернии, и на западе у нас была Курлянская губерния. Да, то есть вот это оттуда идут названия. Таким образом, три звездочки притерлись друг к другу и всегда символизируют одно целое в виде трех звезд. Соединенные Штаты Латвии, как я их называю. Да? И если мы что-то в основе потеряем, то мы потеряем девушку, стоящую наверху, потому что получится крен в одну или другую сторону, если что-то из монумента мы вздумаем вытащить. Да? Поэтому мы самые ответственные за свободную Латвию. Девушка символизирует свободу, в руках Латвия, свободная Латвия. Мы сами ответственны за свободную Латвию.
Это была, как я сказал, самая сложная часть и нудная часть моей программы. Потом будет все более активно, понятнее и веселее. Но это сложная наша история, история нашего государства. С нее, как бы, наверное, хорошо бы всегда начинать. 3 августа 1989 года дата указана. И три балтийские столицы – Таллин, Рига и Вильнюс. И это относит нас немного еще к истории Латвии, потом перейдем к Риге. То есть в 1940 году мы потеряли свою независимость, и мы стали частью СССР. И до 1990 года, пока Союз, в общем-то, не начал рушиться, да, мы были частью СССР, как и Украина. И, но что произошло 23 августа 1989 года? И что такое Балтийский путь? Почему это здесь указано и почему ноги здесь? Да? Это была годовщина, 50-я годовщина пакта Молотова-Риббентропа. То есть, если вы когда-нибудь увлекались историей, то вы знаете, что в свое время Гитлер и Сталин, в лице министров иностранных дел, Молотова и Риббентропа, да, почему так называется пакт, заключили договор о разделе сфер влияния. И на 50-ю годовщину была придумана акция, чтобы напомнить всему миру, как несправедливо с нами, ну, обошлась, по сути, Вторая мировая война. Жители Латвии, Литвы и Эстонии устроили акцию. В ту сторону, если вы поедете 300 километров, повернув, правда, налево, вы приедете в Вильнюс через 300 километров. А в ту сторону, если вы поедете, повернув тоже налево, через 300 километров, вы приедете в Таллин. То есть мы здесь практически в середине находимся. И вот от Таллина или от Вильнюса, кто как воспринимает, тянулась цепь из людей. То есть, посчитайте, сколько? 600 километров. 600 километров стояли люди, держась за руки. Участвовало в этой акции почти... Так, сколько там было? Примерно где-то 2 миллиона человек. Да, то есть 2 миллиона человек, при том, что в странах Балтии проживало 8 миллионов человек. Да, то есть, вот сколько участвовал каждый четвертый житель стран Балтии, участвовал в этом пути. Для чего? Для чего мы это создали эту цепь? Ну, во-первых, это уже была эпоха гласности и перестройки, точнее, уже закат этой эпохи гласности и перестройки, Союз уже трещал по швам. И самое главное, немного пал железный занавес, и мы начали говорить и свободно общаться с миром, и просить у мира поддержки в нашем стремлении к независимости. И к этой акции мы еще приурочили очень важное дело. Здесь присутствовали CNN и BBC, которых мы просили это все документировать. И они показывали эти сюжеты по миру. И в Великобритании, в Канаде, в Австралии, в Соединенных Штатах посмотрели люди по телевизору. Да, смотрите, какие-то же были... Мне бабушка рассказывала, что когда-то в 30-е были такие страны, как Латвия, Литва и Эстония, да, типа условно. Ну и таким образом, конечно, в мире пошло это тоже движение поддержки, солидарности со странами Балтии. И был призыв к мистеру Горбачеву, как бы его назвали на Западе. Мистер Горбачев, не трогайте страны Балтии. Да, и действительно, 4 мая 90-го года мы объявляем о выходе из состава СССР, что еще раньше сделала Литва, и в конце концов Эстония тоже подтянулась, хотя Эстония была первая, кто затеял. Все. Ну, вот такая вот символическая плита, она есть в Таллине, она есть в Вильнюсе, потому что она нас объединяет. 2 миллиона человек, 600 километров пути, 3 столицы республик. А? Чьи следы? Думаю, какого-то художника, а может, участника того самого Балтийского пути, честное слово, никогда не изучал, почему эти, именно тут эти ноги, да, но они как бы символически подчеркивают, что тут люди стояли. Да? То есть, там, такие же, говорю, можно встретить в Таллине и Вильнюсе. А мы в Вильнюсе, по-моему, увидели, да, после этого, да. Да. Ну и здесь мы уже переходим к истории Риги. И история Риги — это не 100 лет, как у нашего государства. Риге в прошлом году исполнилось 820 лет. В 1201 году мы начали вести летоисчисление. Но это не значит, что до 1201 года, ну, тут был глухой лес и ничего не происходило. Много что происходило, мы просто мало что знаем об этом. До 1201 года, ну скажем так, до 13 века, да, то есть 1200-х, до 13 века здесь жили наши предки, которые были такие же, как мы с вами, но чуть-чуть отличались от наших славянских соседей, скандинавских соседей и германских народов. Чем же мы отличались? У нас тоже были руки, ноги, голова, все то же самое. Но славяне были крещены в 10 веке, скандинавы были крещены на тот момент, и германские народы тоже были крещены. Таким образом, мы были последними язычниками в Европе. Мы — это не только латыши, я имею в виду, это предки и литовцев, и эстонцев современных, еще финны можно отнести сюда, да? То есть вот везде были все крещенные, верили в Иисуса Христа, в единого Бога. А мы в кого верили?
Бога воды, Бога солнца, Бога любви, Бога смерти. И там 20 с лишним божеств, идолов-то набиралось у нас. И так сложилось, что через наши языческие земли начали ходить христианские купцы, торговцы, как вы сегодня сказали. Сыграем здесь небольшой театр, вот он, Рижский русский театр. А мы с вами здесь прямо на улице наш туристический театр разыграем. У вас будет одна роль, у меня другая. И у меня роль немецкого купца, который идет с товарами к скобарям, так называли псковичей в те времена, да, то есть Псков — это наш ближайший крупный город здесь. И во Псков я иду через эти земли, а вы жители стран Балтии. И вас знаете, как называл мой народ, чтобы, ну, мой народ, это немецкий народ, который меня направил во Псков, он говорит: иди осторожно через земли варваров. То есть вас я сейчас обозвал варварами. И, ну, то есть вы понимаете, у вас роль варваров. И вот я иду через ваши земли. Вот я иду, натыкаюсь на ваши ноги, поднимаю взгляд, и я вижу, что у вас на груди отсутствует один очень важный символ для христианина. Крестик. Что же у вас на груди отсутствует? Крестик. У вас нету крестика, да. Явно вы варвары, как-то вы странно выглядите, разговариваете непонятно, потому и варвары в том числе, такое название пошло. Что же вы со мной сделаете, с моим еще имуществом? Уберем, конечно. Сожжем, принесем своим богам в жертву, да? Да, да, да. Вот самые громкие, самые яркие из вас — это вожаки, вы вожди, потому что вы живете уставами племени, а в племени кто самый яркий, самый громкий, тот и вождь. Да? Таким образом, вы, наверное, меня ограбили, съели, ну, ладно, потому что людоедство не было замечено, ну, по крайней мере, убили, и торговля не идет. Эти сведения доходят до Папы Римского Целестина III. Сидит на Святом Престоле, вот я сейчас играю Папу Римского, сижу я на Святом Престоле, смотрю на карту Европы, и душа у меня радуется. Вот представьте, большая карта Европы. И на этой карте везде, кроме Восточной Европы, стоят крестики. На востоке просто православные, да? И эти крестики что обозначают? Там уже есть. Православные. Православные на востоке. Мы католики, да, католики, соответственно. Это прихожане, это церкви, это костелы, это монастыри. Это все верят в единого Бога, верят в Иисуса Христа. А на земле кто для них посланник Божий? Папа Римский, то есть я сейчас, да. И смотрю я на север Европы, а там белое пятно. И я спрашиваю: а что у вас там на северо-востоке белое пятно? А мне говорят: это народы Балтии, некрещенный народ, языческий, варварский народ. Непорядок, говорит Папа Римский, и направляют сюда священников. Сюда приходит первый священник. Представьте себе, что вот у меня это большой золотой крест, вот прям такой, прямо слепит вас. И я на латыни пытаюсь вам что-то рассказать, еще обливаю вас какой-то водой. Что вы со мной сделаете? Сожжу. То же самое, что и с купцом. Где-то рядом положите с купцом. Действительно. А крест переплавите на какие-нибудь кольца. Хорошо. Об этом узнал следующий священник, который сюда приходит в 1201 году. Год основания, и зовут его епископ Альберт фон Бусгевн. И он приходит сюда в 1201 году, но зная историю предшественников, купца и священника, он приходит сюда не один. Он приходит с помощниками. Помощники – это те, кто несут кресты. Но кресты они несли на кольчугах, на мечах, на щитах, и в историю они входят как крестоносцы. Соответственно, пришли сюда крестоносцы, рыцари. И поэтому, если из вас кто-то не согласен с тем, что вы принимаете новую веру, а я вас не спрашиваю, да, то если вы не согласны, то вы общаетесь не со мной, как с епископом, а с моими помощниками, крестоносцами, слугами Божьими, да. Таким образом, произошло насильственное крещение. И в 1201 году на берегу реки Рига высаживается епископ Альберт, там, где проживало языческое племя, языческий народ, и на месте их гавани основал город Рига. Да, то есть река Рига, город Рига. Сегодня, вы знаете, большая река Даугава. Да. Это я не про нее говорю. Да. Она всегда была Даугавой, да? Она в России, в Беларуси, она известна как Западная Двина, что это та же самая река. А река Рига была у меня прямо под ногами. Посмотрите, как клумба летом цветет здесь. Посмотрите, как брусчатка выложена. Ладно, ее плохо видно из-за снега. А вот посмотрите на скамейке. Да, 800 лет назад, в буквальном смысле, мы стояли бы с вами не на суше, а в воде. Потому что здесь была отчасти, ну не сильно, но в некоторых местах судоходная река Рига. На берегу этой реки вы жили, вот как сейчас вы стоите, да, была у вас здесь своя гавань. И к вашей гавани причалил епископ Альберт в 1201 году и основал здесь город, который мы сегодня называем город Рига.
не все из вас же согласны были принять новую веру, явно, да? Просто боялись сказать это присутствие крестоносцев. Поэтому у вас есть возможность сбежать из города крепости. Здесь засели крестоносцы, а вы бежите в лес. Благо лесов у нас много и тогда, и сегодня. И на этой площади тоже есть лес. Посмотрите, в той стороне много деревьев. А сейчас просто не очень это явно выглядит, потому что листва опала, да? Но зимой это более так впечатляюще, там действительно такая тень создается в противовес здесь солнечным лучам. Поэтому мы сейчас с вами бежим из города крепости спасаться в лес от крестоносцев. Таня, бежим. Или плывем, может быть. Мы на риске. Так, аккуратно только на льду, да. Вода замерзла. И река пока не спокойна. С вами в лес от крестоносца, вон остался позади город крепости, и потому что мы хотим сохранить, наверное, свою веру и свои земли, да, то есть главная наша задача. Поэтому мы сбежали в лес, чтобы набраться сил. А как мы силы, как язычники, набираемся? Конечно, у природы мы просим. Язычество это заключено в том, что мы верим в силу природы. Здесь у нас стоит камень с изображением каким-то, это, возможно, наш идол. Мы просим у него помощи, и нам нужна еще физическая помощь, да, то есть, конечно, духовная придет от идолов, а физическая пришла от наших южных соседей литовцев. Можете запомнить, что вот литовцы это вот прямо совсем последний из крупных народов языческий в Европе, да, то есть они держались до последнего, до 14 века, все остальные уже сдались, в том числе. Ну вот, и весь 13 век, то есть с момента основания Риги и в следующие там условно 100 лет, здесь были бои. Бои крестоносцев и бои язычников. И считается, что у язычников не было как бы единого государства, да, потому и очень легко их было победить, потому что разрознены были эти племена. А крестоносцы, они шли как бы с единой целью, с единым руководством, это, конечно, громко сказано, ну, короче, под едиными целями они шли. Ну и вот. Здесь написано «Голова Лива». Ливы, могу пояснить, что это такое. Ливы – это народ. Народ, который проживал здесь 800 лет назад, активно проживал. А сегодня этот народ очень сильно ассимилирован либо в латышей, либо в эстонцев. И, допустим, наш премьер-министр Латвии, его зовут Артурс Кришнискаринч, он отчасти лив. Но об этом знаю, по сути, только я, потому что я читал его биографию. Если вы никогда не откроете его биографию, да, вы никогда не узнаете, что он лив, потому что никак это не понятно. Он, вот, для всех он латыш, да, но у него есть ливские корни. Поэтому я говорю, этот народ сильно ассимилирован, хотя у них даже есть свой язык. Точнее, он был. Сегодня вот просто изучают в университетах как бы как любители больше, да, потому что языком этим никто не владеет как родным. Ну вот, и эта художественная работа, да, действительно, она появилась здесь в 2003 году, потому что художник вдохновился настоящим артефактом при раскопках недалеко от Риги. В 19 веке была найдена такая вот голова, только в три раза меньше на камне, и он сделал как бы копию в три раза больше, установил здесь вот. Да, поэтому это копия оригинального артефакта. И что здесь точно изображено, историки не знают, есть только предположение, что, возможно, это голова идола, либо голова какого, либо как бы отмечено какое-то важное событие. Есть легендарная история, как наш вождь, ливский вождь, которого звали Ако, сражался с крестоносцами. Да, с этими слугами папы Римского или епископа Альберта. И крестоносцы отрубили голову нашему вождю. И эту голову преподнесли в знак победы над язычниками епископу Альберту, основателю Риги. Таким образом, то есть, что ему преподнесли? Голову Лива. Голова Лива. Да, то есть это событие отмечено, возможно, в этой истории. И как вы думаете, кто в битве крестоносцев и язычников победил в итоге? Ну, понятно, что крестоносцы, церковь-то она христианская, безусловно, там. Таким образом, конечно, мы проиграли битву, но не войну, потому что, вы знаете, я уже упоминал, каждый год, 23-24 июня, мы далеко не христиане, мы убираем крестики, мы забываем о том, что надо вообще там в церковь куда-то ходить или что-то такое, выезжаем на природу, сжигаем костры, плетем венки, купаемся, собираем травы и так далее, и всякие обряды делаем, которые не очень свойственны христианам. Что говорите? Цветок папоротника ищем. Цветок папоротника, безусловно, ищем. То есть это все традиции наших, буквально в смысле, ежегодно, ну, каждый в Латвии житель этим занимался и участвовал.
А цветок папоротника еще только с 18 лет, если что. А, ну вот, и... Ну да-да-да, про это я говорю, да. А, просто не все знают значение поиска цветка папоротника, что это такой цветок, расцветший, это ребенок, да. Да, ну вот. И таким образом, смотрите, разыграем сценку. Я купец, иду уже через христианский город Рига. Вы теперь уже не варвары, а вы христиане. Я иду через ваши земли, натыкаюсь на ваши ноги, поднимаю взгляд, и на груди у вас у всех есть крестики. Отлично, я попал в город христиан, и, соответственно, не убей, гласит одна из заповедей, вы меня точно не убьете. Ну и просто так не пропустите. Как вы меня пропустите? Неужели из вас никто растаможкой никогда не занимался? Да, 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 конечно, да, дань, конечно, 10%, десятина, налог, тариф, как угодно, пошлину называйте это. И тогда вы расступаетесь, и я иду в Псков, и посмотрите, все счастливы. В Пскове они счастливы, они получили, там, условно говоря, европейские грузы. Вы, как горожане, счастливы, получили свои 10%. Папа Римский счастлив, он наконец-то поставил здесь крестики. Я, как купец, счастлив, я ну, как купец, реализовался, да, я сделал торговлю. А мои ремесленники, немцы в Германии где-нибудь, да, они счастливы, потому что они реализовали свой товар. А все счастливы, кроме лиского народа, да, он не очень улыбается. Но все остальные-то счастливы, такова история. Побеждает сильнейший. А, вопрос есть по этой сложной теме основания нашего города? Отлично, спасибо. Торговцам как-то сегодня сказали, да? И он хотел быть принятым в Большую гильдию. Видите, вот это здание с неоготическими окнами, это здание Большой гильдии. Если слово гильдия непонятно, то это союз, да? То есть это союз торговцев Риги был, либо торговая палата в Риге. И почему туда хотели вступить торговцы? Это бы помогало им развивать свой бизнес, да? То есть связи, какие-то льготы и так далее. И он хотел быть принятым в Большую гильдию, но в ней традиционно работали немцы. Там немцы, а он, напоминаю, богатый латыш. И они его не принимают, немцы его не принимают. По чисто национальному признаку, он латыш. И тогда, обидевшись он на членов гильдии, он установил на башнях своего дома два кота. Только не как вы сегодня их видите, а представьте себе, что они были развернуты на 180 градусов. И тужились они не во внутренний дворик, а на улице города. Да, то есть вот они штужатся, там я как будто так выглядит. А, и попами на город они смотрели. Сегодня это вызывает улыбку, но 100 лет назад, 120 лет назад, это, ну, оскорбление. Юмор ниже пояса – это юмор кабаков, да? И представьте себе, они оскорбили тем самым не только гильдию, они оскорбили всех рижан, потому что по улицам же города ходили уважаемые люди. И на пятая точка кота смотрела. Был страшный скандал в городе, вызывают его в суд хозяина дома и просят развернуть котов. Он ни в какую. Ну и вроде по легенде они пошли как-то на мировую, ему пришлось развернуть котов мордой, как мы сегодня их видим, а господина Плумы, да, то есть звали господин Плума его, его принимают в Большую гильдию на каких-то правах все-таки к немцам. А, вот такая вот легенда, да, есть у этого дома. Она достаточно глупая, эта легенда, но она поднимает очень интересную тему. Почему немцы не хотели принимать латыша, и вообще, что немцы делали в этой гильдии здесь, в Риге? Хороший вопрос. Есть ли у вас ответ у самих? Откуда вообще взялись здесь немцы? Епископ Альберт был родом из Бремена. И крестоносцев, которых он сюда привел, они тоже были с немецких земель. И купцы, которых он сюда привел, они тоже чаще всего были немцы. Ну, много их было вообще. И Рига сегодня сложно представить, но долгие-долгие столетия Рига была в прямом смысле немецким гетто на территории нынешней Латвии. То есть вот был город, крепость, и здесь все было на немецком языке. Надписи, записи, разговоры. Не потому что людей заставляли говорить на немецком, то что у них родной был немецкий, здесь жили этнические немцы, как у себя дома, да, то есть это был их дом. И поэтому гильдия традиционно стояла из немцев. А где же были латыши все это время? За стенами. За стенами мы были крепостным народом, мы были крестьянами, и, соответственно, как у любого крестьянского народа, у нас не было возможности жить и наслаждаться прелестью жизни в городе. Да? То есть мы были крестьянами у наших немецких баронов. И только с отмены крепостного права мы получаем возможность переехать в город. И вот господин Плумы, либо его предки, переехали в город, разбогатели, построили большой дом, и он хотел быть принятым в Большую гильдию, где были немцы, но немцы, проблема была в том, что немцы не видели в господине Плумы, который был латышского происхождения, равного себе.
Потому что была историческая вот эта кастовость. То есть его дело крестьянское. Что он тут среди нас будет делать? Это, видите, это проблема как бы, ну, дискриминации или сегрегации в обществе, она актуальна и в наши дни, да, допустим. Классический пример, все вы слышали, в Индии много десятков лет не существует каст, уже там полувека, может и больше не существует, но по факту они там есть, да, то есть люди, которые там с этих, как и неприкасаемых, они даже если добьются какого-то успеха там в бизнесе, условно говоря, если кто-то узнает его биографию, к нему будет очень плохое отношение, да. Таким образом, эта сегрегация была характерна не только Риге, а всем крупным городам. Я уверен, что такое можно было встретить в Киеве, в Санкт-Петербурге, в Таллине, в Вильнюсе, в Варшаве и европейских городах, тем более, да, не только на территории бывшей Российской империи. Так что, да, вот такая вот глуповатая легенда, но очень важную тему поднимает, да, проблема того, как латыши добивались признания в городе. Где сегодня все немцы? Потому что вот мне 30 лет, я ни одного немца за всю жизнь, ну, не знаком, как бы, знаю, что они живут где-то, но их буквально 1% населения страны, когда-то их было, ну, если не большинство, то половина. А Первая мировая война была связана с немецким народом, Вторая мировая война была связана с немецким народом, и в итоге после двух этих войн ни одного немца мы практически здесь не имеем. Да? Такая вот печальная история. А пойдемте дальше, если есть вопросы, задавайте. Слабенький заряд, слабенький заряд. Здесь вы видите карту современной Риги, мы стоим вот здесь у башни, и я просто хочу вам показать, как Рига, ну, примерно выглядела до 19 века, то есть я вам показывал так вот руками, но вот эти руки надо представлять на карте. Вот, вот это вот город-крепость, вот это была Рига со средних веков до середины 19 века. Городской канал, как мы уже обсуждали, городской канал это не что иное, как ров, ров вокруг крепости, да, то есть вот здесь была основная крепость, ров когда-то и здесь имел тоже проход. А здесь, в этой части, почему так идет интересный канал, здесь была военная территория, как бы цитадель она называлась, и поэтому она имеет немного такую, ну, не круглую форму крепость, да, поэтому здесь отросток есть. Но, по сути, да, это ров вокруг крепости, он потому и идет такими зигзагами, такими треугольничками, потому что он омывает бастионы, да, вот бастионная горка прямо за вашими спинами. И все это нам служило верой и правдой до 1857 года. В 1857 году городская управа Риги, то есть сама рижская же власть, да, сами рижане, другими словами, приняли решение избавиться от крепости. Как вы думаете, почему 170 лет назад мы решили избавиться от стен? Потому что есть же города, которые их сохранили, а вот мы нет. Да, безусловно, но вот в самом таком, это будет таком... Вопрос, кто решил? Рижане. Рижское управо, да. Ага. Ну, не рижане, там демократии не пахло, просто рижское управо, да. 19 век – это век, когда в Россию, да и в Европу приходит так называемая промышленная революция. Да, почему я упоминаю Россию, потому что мы Российская империя тогда. И представьте себе, это такая, может, немного утрировано, конечно, да, но вам... восприятие, чтобы было. В Лондоне в 1867 году, могу ошибаться, началось строительство, или было пущено, по-моему, даже пущена была первая ветка будущего метрополитена. В 1867 году. А в Риге, то есть 10 годами ранее, над рвом каждое утро сбрасывали мост. Почувствуйте разницу 10 лет. Угу. Да, то есть в Риге мост над рвом, а где-то метро. Да, то есть вот и когда в России позже пришла промышленная революция, это действительно, но, как говорят, долго запрягают, быстро едут, соответственно, она быстро очень потянула Ригу и начинают строить заводы, мануфактуры, город растет, население растет, и поэтому стены, они делали нам образ неподобающим какому-то передовому городу. То есть город-крепость в 19 веке – это архаизм, это пережитки прошлого. Так не выглядят передовые города, так не выглядит Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Лондон, Париж, так не выглядят. Да, поэтому стены сносили, дабы дать развитие городу, да, расшириться, открыться. Ну и, конечно, это просто был запрос времени. Это был запрос времени, да, как сегодня, вот, допустим, если вы знаете, ну вот,
в 60-е прошлого века было популярно строить дороги, магистрали, автобаны, да, то есть, то сейчас идет наоборот, то есть на сокращение дорог в городах, да, и расширение уличного пространства для пешеходов, велосипедистов и так далее. То есть это был запрос времени. Города сейчас трансформируются. То же самое с Ригой в 19 веке. Мы трансформировались от средних веков до нормального европейского города. И все разрушили, все стены разрушили, кроме башни. Башню мы сохранили не потому, что давайте показывать ее туристам, а просто потому, что это было удобное складское помещение. Туристам мы не могли ее показывать, потому что туристов нет. Да? В середине 19 века нет туризма. А просто удобное складское помещение, большое полое помещение. Известно, что в конце 19 века это руины. То есть нету кровли, крыши нет. Это просто руины в центре города. И ворчливые рижане ходили по улицам города, я уверен, и говорили, когда же Рижская дума наконец-то это все снесет и построит красивый какой-нибудь дом, как напротив. Рижская дума не снесла. И в конце концов студенты восстановили нам вот эту вот эту башню. У них там была сначала своих целей башня воссоздана, а после Первой войны эту башню получает государство, пристраивает вот этот корпус, да, видите, он прямо к башне вплотную стоит, и, соответственно, сегодня это Латвийский военный музей. Это музей, башня и здание, доступен для всей публики, он бесплатный, то есть ни цента не стоит, 4 этажа, экспозиции про войну от средних веков до наших дней. То есть все то же самое, что я вам рассказываю, как бы так поэтапно, только через призму войн. Войны здесь были всегда на протяжении последних 800 лет. Да? Пойдем дальше? Заколебал ты со своим телефоном. Когда мы пошли в театр, поняла, я настолько не люблю, когда у кого-то звонит телефон, сидим на премьере, это. А сзади меня сидит тетка, и ей постоянно звонят, и она не выключает звук. Я думаю, убью. Надо снимать, если ее убью. Видите, здесь есть небольшой элемент крепостных стен, но эти стены, они были воссозданы в 1980-х с нуля, по сути, то есть это такая реплика, копия того, что здесь когда-то было, то, что нас окружало как крепость, то есть вот представлять надо не мои руки, вот так вот, да, вот так вот, а вот такая вот стена окружала Ригу по всему периметру. То есть мы сейчас находимся в такой буферной зоне. Мы не в крепости, мы не в Риге. Рига вот там, вон церковь торчит, видите, да, вот там вот Рига, вот за той стороной. Но мы и не за городом, потому что мы не перешагнули городской канал. Городской канал там дальше. Мы в части такой, ну, буферной зоне, где располагались военные. Вот самый яркий тому пример. Длинное здание, это рижская казарма. То есть здесь располагались рижские солдаты. Сегодня здесь еще пушка установлена для какой-то такой эпатажности, я не знаю, но пушка никогда здесь реально не стояла, потому что иначе стреляли бы в рижскую казарму, да, в чем смысл в этом всем. Поэтому пушка должна, конечно, где-то там, где-то наверху, либо в башне. Закрывай вот этот телефон. Здесь есть небольшой элемент крепостных стен, но эти стены, они были воссозданы в 1980-х с нуля, по сути, то есть это такая реплика, копия того, что здесь когда-то было, то, что нас окружало как крепость, то есть вот представлять надо не мои руки, вот так вот, да, вот так вот, а вот такая вот стена окружала Ригу по всему периметру. То есть мы сейчас находимся в такой буферной зоне. Мы не в крепости, мы не в Риге. Рига вот там, вон церковь торчит, видите, да, вот там вот Рига, вот за той стороной. Но мы и не за городом, потому что мы не перешагнули городской канал. Городской канал там дальше. Мы в части такой, ну, буферной зоне, где располагались военные. Вот самый яркий тому пример.
длинное-длинное здание, это рижская казарма. То есть здесь располагались рижские солдаты. Сегодня здесь еще пушка установлена для какой-то такой эпатажности, я не знаю, но пушка никогда здесь реально не стояла, потому что иначе стреляли бы в рижскую казарму, да, в чем смысл в этом всем. Поэтому пушка должна, конечно, где-то там, наверху, либо... Работа Евы Рубеса с названием «Призрак» появилась она в 2015 году. И художница Рубеса, конечно, вдохновилась легендой, которую я знаю еще там со школьной скамьи, и многие рижане ее знают. И звучит она следующим образом. На дворе, ну, на дворе 17 век, допустим, да, это шведский период правления, 1600-е годы. Шведский период правления, мы часть шведского королевства. И рижанка влюбилась в шведского солдата, который располагался, скорее всего, в казарме, а рижанка в крепости. И вот она тайно от родителей, вообще от всех, сбегала по вечерам к своему любовнику, ну, точнее, не любовнику, а просовскому, к своему любимому, на край города, ну, где-то к воротам, значит, которые мы с вами увидим. И вот она встречается с ним раз, два, три. А на четвертый раз она приходит туда, нету возлюбленного шведского солдата, а стоят стражи города, которые ее поджидали. Они ее схватили, бросили в темницу, и через какое-то время эта девушка предстала в суде, ее обвиняли в каком-то смертном грехе. Тогда не было процессуально-уголовного кодекса, да, поэтому все мерилось грехами. И как вы думаете, в той истории, которую я вам рассказал, где был грех? В чем она согрешила-то? Незамужная. Супруга есть, будете, я не знаю, вы хорошо правы. Видите, остальные дамы молчат. Так потому что мы дамы же уже. Дорогие дамы, над своим нравом надо работать, встречаться с мужчиной до замужества, до официального, скажем так, представления родителям. Да вообще в 16-17 веке не особо вы выбирали мужчину, а родители ваши выбирали мужчину, да? Таким образом, вот про то нравы я говорю, да? Конечно, встречаться с мужчиной можно тогда, когда об этом знают все. Иначе это прелюбодеяние. Прелюбодеяние — это проституция наша. Таким образом, ее обвиняли вот и очень в страшном смертном грехе, попустительстве нравами в нашем городе. И крайне сурово оказался в Риге суд. Ну, как в любом, в принципе, городе тогда. Он приказал всего лишь напросто ее замуровать в стенах тех самых ворот. Ну, живьем, естественно. А для чего надо было живьем муровать? Чтобы другим не повадно. Чтобы, вот, дорогие дамы, чтобы вы научились, как вести себя в нашем городе, да. Ну вот, и, конечно, по легенде, это легенда, чтобы вас не мучили ночные кошмары, здесь где-то замурована девушка, которая, естественно, скончалась внутри этих стен, этой ниши. А кто может ходить сквозь стены? Призраки работы Евы Рубеса, да, соответственно, вот он, призрак девушки, бродит по улицам города. Вот такая вот история жуткая, кровавая. Все казни были публичны, это было, в принципе, в том и цель, да, научить горожан, как поступать можно или нельзя. Ну и да, вот она бродит по улицам города в поисках, наверное, своего любимого. А вы говорите Афганистан. И судьи, да. Оригинальные элементы непосредственно здесь можно увидеть. Как видите, колоссальная разница между тем, что создано как реплика, и тем, что было... Это даже не оригинал, это тоже уже воссоздано, но это приближает нас к тому виду крепости. Да, потому что крепость, она не строилась, как эта стена за двор. Эти все стены, они делались и делались столетиями, да, они все время где-то там что-то обрушилось, опять там что-нибудь докладывали. Поэтому это был такой непрерывный процесс укрепления крепости, отсюда различные слои, материалы, уровни. И говоря об уровнях, то есть мы же с вами сейчас идем не рядом с рвом, здесь рва не было, ров — это городской канал, это культурный слой снят. Да, то есть Рига в 16 веке была вот там вот где-то на 3 метра. Ну, вроде как, вот эта легенда разгоралась около шведских ворот, собственно говоря, вот эти, эта арка напоминает нам о наличии когда-то шведских ворот, вот петли вместо петель, да, остались на ямке. И это единственные сохранившиеся ворота города, все остальные были разрушены, у нас было до 8 ворот,
и до 20 с лишним башен. Вон вы башню можете увидеть, пороховую, да, которую мы с вами проходили. И вот единственные ворота сохранились, шведские. А все остальные ворота были разрушены, потому что они, опять же, ну, мешали развитию города. Они стояли на каких-то больших улицах, на магистралях. Это было какое пробка бутылки, да, то есть сужение пространства. Поэтому все эти ворота убирали, никому это не было интересно. Эти не трогали, скорее всего, по одной простой причине. Они никому не мешали. Здесь не может быть большого потока, ни людского, ни автомобильного, никакого. И эти ворота называются шведские. Есть много различных легенд, почему шведские. Я предпочитаю более такую классическую историю, такую логическую, я бы даже сказал, почему шведские. Открыты ворота в шведский период правления. В пользу того, чтобы назвать их шведские. Они открыты в период Швеции, когда мы были частью Швеции. Считается по указу шведского короля для нужд шведских солдат в казармах. Да? Посмотрите символ, который украшает эти ворота. Это лев, это символ шведской монархии. Кстати, скульптор никогда льва не видел я в своей жизни в 17 веке. Да. Ну а где бы он его видел? Зоопарка нет, телевизора, интернета тоже. Да и книги тоже, не фотографии. Так что да, скульптор явно как умел, так и сделал этого льва. Поэтому я его мопсиком называю. Ну вот, это символ шведской монархии. Таким образом, посмотрите, в Риге 8 ворот. А мне надо назначить место встречи именно у этих. Названия улиц не существует. Таких табличек не было в городах в те времена. И я просто руководствуюсь какими-то, ну, вещами, которые знают все. Да, то есть ворота открыты в шведские предправления, для шведских солдат, со шведским символом, по указу шведского короля. Как я вам скажу, у каких ворот мы можем с вами встретиться? У шведских ворот. Естественно, рождаются названия. И в ваших городах, я уверен, на 100%, не знаю точно откуда вы, есть такие названия, которые рождаются из низов. Не с верхов приходят, да, не потому что власти решили назвать этот проспект Ленина, да, я знаю, что в Украине уже нет, но было такое, да, то это все именно с низов приходит, да, не потому что типа, власть решила назвать это в честь Швеции. С низов. Вопросы? Пойдемте дальше. Благодаря Мартину Лютеру, который расколол католиков, и сегодня Германия, север Европы. Ну, а католики – это те, которые здесь и православные, скажем так, самых ранних этапов. Испокон веков, да. Но не главенствующие сегодня, как видите. Да, и так что это главный храм для католиков. Посмотрите на шпиль. Церковь Якоба называется. На шпиль. И с этой стороны козырек такой висит. Ну, на шпиле с этой стороны, не надо в ту сторону смотреть, это на шпиль смотрите, да, и там балкон, как балкон. Да, ну, как наоборот балкон. Ну да, да. Набатный колокол Риги когда-то был. Сегодня этот колокол работает для прихожан, да, вот там прихожан созывает или что-то такое. А то несколько столетий назад это был главный колокол Риги, который сообщал о, ну, происшествии, ЧП, да, чрезвычайное происшествие. Какие события могли быть интересны рижанам в плане того, как вот, чтобы били тревогу? Что могло произойти? Осада, пожар, еще? Война. Война, конечно. Праздник. Ну, праздник и так все знают, его ждут, да, это что-то внезапное должно быть, да. И? Ну, какие-то стихии, может быть. Конечно, вы как будто все не приехали, то есть в масках, да, с, там, не знаю. Болезни, да. Конечно, болезни, это же то же самое. Чума какая-то. Так что, да, это были важнейшие события, о которых предупреждал этот колокол. Но как мы можем понять, когда осада, а когда чума? Разные рингтоны. Так обычно отвечают люди 21 века. А если бы мы были с вами в 19 веке, то никаких рингтонов, азбуки Морзе, каких-то там количество ударов. А откуда вы знаете количество ударов изначально? Ну да, если первые два не услышали. Да, если первые два не услышали. Вы идете с ведрами тушить врага? А там чума пришла. Тревожный звук, значит, это быстро. Ну вот я говорю, а как вы отличите пожара от чумы? И как? Ну, может быть, сначала нужно было просто завлечь внимание какой-то обычный звонок. Да. Ну, там, допустим, три звонка, как мы. А дальше уже сигнализировать какими-то уже другими. Ну, наверное, какая-то каждая что-то обозначала. Наверное.
вот я уже верил, что вы выживете в то время. А нет. Нет, да, да, то есть сначала пошло нормально, а потом, да, все-таки попало. Смотрите, видите, мы с вами не привыкли к тому, что нам надо получать информацию. У нас информация сама поступает, ее переизбыток сегодня. Наши с вами бабушки, они не знали и половину того, что мы знаем. Да, то есть просто потому, что мы сегодня ежедневно черпаем информацию, хотя или не хотя, неважно. Это все через Facebook там приходит, условно говоря, или Google. А в 19, не 19-м, а даже раньше, да, если упоминать, звонил колокол, что надо сделать? Прийти. Да, выйти на улицу, не взять открыть окно, выйти на взять улицу, все необходимое. Идти на главную площадь и на площади узнавать, что происходит. Видите, какие мы с вами вообще живем в разных параллелях, да, то есть как жили наши предки, как сегодня. Спросите, у кого, ну, родители, бабушки, да, есть, то есть если они жили на селе, как они узнавали новости еще, это еще можно встретить тех людей. BBC. BBC, бабка сказала. Вообще-то это называется народная веча. Это когда всех созывают. Обычно в деревнях, может, в Украине еще можно встретить, в каких-нибудь маленьких селах, в Латвии сегодня очень редко встречается. Есть обычно где-то у церкви, либо у кладбища, обычно они близко церкви и кладбища, колокол стоит. Не колокол, даже иногда просто кусок железа. Кусок металла, это значит бедное село совсем. Колокол, конечно. То есть, соответственно, вот этот колокол и есть... И все приезжали, и все в деревне не сидели дома, когда к ним Ивановна постучится и скажет, что происходит, а шли к этому колоколу, да, то есть в этом разница большая наша. Дистанционный телефонный звонок, да? Так что нужно да, прийти. Мы собирались на главной площади, и там уже узнавали, что происходит. В этом большая разница, я говорю, нас с вами. Да, колокол еще сообщал о казнях, это тоже важная новость была, потому что казнь надо было видеть всем. Да, развлекалово. Это неповадно было. И это было развлекалово. И плюс к тому, вы к казни относитесь негативно, ну, скорее всего, да, я вот противник, то в те времена казнь – это исключительно положительное событие. Даже не то, что зрелище. Это мы город очищаем от грешников. Нет, это более духовное. Это более духовное. Посмотри, да почему ведьма? Почему ведьма? Просто красивая женщина может быть. Это может быть просто какой-нибудь воришка мелкий. Мы казним человека, тем самым очистим город. И мы же все с вами были тогда набожны. Мы верим, что значит мы всем городом попадем чуть ли не в рай. Поэтому казнь это было обязательно то есть зрелище, потому что мы хотели это, мы жаждали очистить город от грешников. Вот и все, пойдемте дальше. Да, и ну, поэтому казни всегда были сильно публичные. Конечно. И чтобы неповадно было, потому что людям это было интересно, это было зрелище, там подтягивались торговцы. И я всегда говорю, что если бы я бежал на Ратушную площадь, когда звонил бы колокол, я же не знаю, что это было. Я бы молился о том, что это была бы казнь, потому что это единственное, когда я могу пострадать. Смотрите, какая логика. При пожаре я могу пострадать? Да. При осаде? Да. При чуме? Да. А при казни? Виновный сам не идет на площадь, да, в этом разнице, в этом большая разница. А с вами латвийская сайма, либо парламент, по-русски можно это сказать, парламент Латвии, это главный, то есть орган власти нашей стране, отсюда вершится вся наша судьба, и в латвийском парламенте, и, соответственно, здание, которое вы видите, оно старше, чем наша республика, то есть это здание строили в 19 веке, когда мы были частью Российской империи, столицы Лифляндской губернии. И это был такой Лифляндский ландтаг, очень такой церемониальный орган, то есть такой парламент, типа парламента в Лифляндской губернии. Но если вы хорошо когда-нибудь учили историю, то вы знаете, что Российская империя отличалась тем, что это была страна с абсолютной властью монарха. То есть, чтобы здесь хорошо одетые, сытые мужчины не решили, последнее слово всегда было за царем-батюшкой в Санкт-Петербурге. Но когда в России произошла революция и появляется Латвийская республика после первого войны, сюда въезжает вся наша власть. То есть у нас по конституции 100 депутатов, они работают в Латвии, наш глава государства, президент Латвии, собирается в парламенте в Латвии. То есть я как президент Латвии никогда не участвовал в президентском отборе. У нас их нет, парламент выбирает президента Латвии. Парламент означает все, что происходит в Латвии. Народ не всегда согласен с этим. Конечно,
что, да, есть в Латвии определенное... Латвии есть определенное движение, которое жаждет того, чтобы были народные выборы президента. Да? Я не согласен по одной простой причине. У президента нет полномочий, чтобы что-то решать. В принципе, есть парламент. Да, то есть получается, мы можем выбрать президента, но он будет той же номинальной фигурой, как и любой другой. Смотрите, наши задачи президента у него какие? Разгласить закон, вернуть доработку, помиловать осужденного, съездить в ООН, поздравить с Новым годом. Ну, то есть, это самое главное. Это вот главная обязанность президентов парламентских республик, либо старых монархов Европы, да, то есть старых монархиях Европы, допустим, в Дании, в Норвегии, в Великобритании, Англия, у королев и королей, у них примерно такие же, да, функции, как у нашего президента, потому что нашего президента избирают каждые 4 года, а монархи, они пожизненно. Кошачье есть, мясо есть? Да, вот вопрос. Галя, да, Катя, Ира. Ира, это вопрос. Это жаргонное, правильно говорить, Ира, да? Ира это жаргонное, но не важно. Но все равно такое сочетание для нас. Галя, Катя, Ира. Нет, вы что-то от нас подчеркнете. Это точно, я никогда не слышал такого просто. Смотрите, вот это вот невзрачное достаточно здание, это Рижский замок. Когда иногда приводишь сюда туристов и говоришь, мы подошли к Рижскому замку, реакция буквально следующая. Где он? Всего Рижский замок. Потому что в нашем восприятии, конечно, где-то Голливуд, Диснейленд создает, да, вот этот вот замок такой с башенками, флажками, какой-то звездой парящей. Нет, наш замок, конечно, не такой помпезный, не такой красочный, не такой яркий, но зато он достаточно, ну, не люблю это слово, но исторический, да. То есть замок основан в 14 веке крестоносцами Ливонским орденом. Затем его обжил поляк Стефан Баторий, самый известный польский князь. Король он гостил в Риге, и именно в этом замке располагался, когда мы были частью Польши и Литвы. Затем мы были частью шведского королевства. Здесь располагались шведские наместники, и они пристройку там сделали. Это сильно изменило облик замка. И затем в Российской империи это была резиденция генерал-губернатора Лифляндской губернии Российской империи. Потом, когда появилась независимая Латвия, то мы начали избирать нашего президента, который, как мы уже выяснили, выполняет функцию как монарх, да, то есть представляет нашу страну как бы церемониально. И самая лучшая церемониальная репрезентативные вещи как бы производить в таком репрезентативном Рижском замке. И там очень красивые внутри залы, все это правда. Но при президенте Карлесе Улманисе, он был в роли президента после 1934 года, де-факто, он был авторитарный лидер, он узурпировал власть в стране, он был националистом, и ему как-то было некомфортно в этом замке, потому что этот замок основали немцы, обжил поляк, перестроили шведы, последние хозяева были русскими. И поэтому президент Карлес Улманис в 30-е просит разработать новый проект. И на средневековом таком вот замке, достаточно аутентичном, появляется башня. Опа! Вот этой вот башни, которую вы видите, ее никогда не было на протяжении истории до 30-х годов. Она появляется в конце 30-х, и что на этой башне на самом верху, на макушке? Соединенные Штаты Латвии, да, как я их называю? Звездочки, да. То есть теперь с любого края Риги можно зайти куда-то на какой-то последний этаж, посмотреть старую Ригу, а вы увидите, что над Рижским замком возвышаются три звезды. Как бы идея в какой-то степени Карлеса Улманиса, она осуществилась. То есть теперь в этом замке были не только немцы, поляки, шведы и русские, но и латыши оставили свою отметку в замке. Но это не вся история. После 40-го года мы были включены в состав СССР, и после войны в этот замок единственным период в истории въезжают не правители. В советское время правители у нас были в Москве, по факту. А это в советское время дворец пионеров. Да, в советское время здесь располагалось пионерское движение, которое перестает существовать в 91-м году, и сюда обратно возвращается канцелярия президента. То есть сегодня здесь президент только работает, он не живет, живет он в Юрмальской резиденции, а здесь работает, да, с его чиновниками. Таким образом, это ныне заново вот действующая резиденция президента Латвии, номинального такого, как я говорю, да, ну или церемониального, более корректно, церемониального правителя Латвии. Да? То есть здесь он работает. Ну вот почетный круг тоже подчеркивает это. И здесь вот проходите.
Ну, можно. Можно, можно, можно. Здесь у нас не Банковская улица, если я не ошибаюсь, так это называется. Никаких ограничений нет. Вы можете подойти к этим солдатам, сфоткаться, и к этому, который в жилетке, сфоткаться. Это все можно, да, это не запрещено. И караул также меняется? Да, да, каждый час меняется караул, да. Вот он сейчас, собственно говоря, и пошел. Мышцы почему? Они стоят все. Значит, 12 часов. К президентскому вот это... Я был... И смотрите, я был, когда был президент Порошенко последний раз в Украине, да, я при Зеленском не был, на Росте живут, я тут часто гость. И тогда меня очень сильно удивило, то, что здесь фотография с детства. Когда еще, это, наверное, не знаю, Ющенко или Янукович, я не очень помню. А кто-то из них был президентом, я помню, можно было к дому с кимерами подойти. К этому вот табличке такой, где украинским шрифтом красиво написано «Президент Украины». А потом я приезжаю, когда своей девушкой был Порошенко, опа, такая вот, ну, заграда вот такая. У меня было такое возмущение. Так просто пропагандировалась в Украине такая открытость. А это какой, да, год после... был? Это какой год был? Ну, Порошенко. Нет, понятно. Это может быть как раз, когда революция, то у нас была... Ну, нет, нет, нет. Это было уже спокойное время, потому что не поехал бы в революцию. Когда ввели особое положение... Ну, в общем, у нас почти стала открытая страна. Ага. Открыто было раньше, а теперь не открыто. Скажите, что не открыто у вас, да? Я очень рад за вас, потому что когда делают заборы такие вот, да, это говорит о каких-то проблемах государства. Абсолютно верно. Да, и мы в Латвии очень трепетно относимся к таким вещам, когда что-то, допустим, делается вокруг, ну, огорождается, да, сразу начинается много вони в Латвии. А я думаю, что у нас закрыто, что у нас заборы. Блокировка – это вот американских посольств, когда блоки ставят. А это забор. Ага, ага. Вот, вот приедем, вернемся и посмотрим. Сходим на Банковую и посмотрим, пустят нас или нет. Я в этом году тоже собираюсь, я специально пойду. Меня это крайне возмущает. Мы раньше проверим. Хорошо. Да, мы уже завтра, послезавтра проверим. Мы с вами пришли на Домскую площадь. Это рижанами воспринимается как главная площадь Риги. Но я тут немного готов поспорить с точки зрения такой исторической справедливости. Эта площадь, она достаточно молодая. Она появилась тоже в 30-е прошлого века. То есть не было здесь никаких на этой площади никогда средневековых там боев, ярмарок и чего-то подобного. Площадь появилась в 30-е прошлого века, относительно недавно. Чтобы разбить площадь в старом городе, надо сносить дома. Да, и поэтому в 30-е мы совершенно не, скажем так, без всякого трепета относились к исторической застройке старого города и сносили дома. Вот видите вот эти дома с той стороны? Вот подобнейшие дома стояли здесь. И мы их снесли под ноль, чтобы разбить площадь. Почему? Почему мы так относились к старому городу? Все очень просто. К власти в 1934 году пришел недемократический лидер Карлес Улманис, да, наш авторитарный президент, которого я вам представил у замка. И ему крайне не нравился не только Рижский замок, ему и не нравилась Старая Рига. Что же ему не нравилось в Старой Риге? Постройки, наверное. Некрасивые. Да все то же самое, что с Рижским замком. Это Рига, это не олицетворение латышской культуры. Я напоминаю, мы были до 19 века крестьянами, а потом мы переехали постепенно в города, и города эти, которые мы переехали, были построены до того, как мы в них переехали, естественно. И здесь уже жили немцы, здесь жили поляки, здесь жили русские, кто угодно. В общем, в его националистической политике Рига не укладывалась как такое оплот, напоминание о немецком господстве на нашей земле. Поэтому он хотел перестроить всю Старую Ригу, начал с этой площади, было снесено 12 домов, чтобы разбить площадь Единства. Он все время говорил, единство, единство, мы должны быть едины. И здесь есть шикарные три балкончика, раз, два и три. Ну, известно, что Карлес Улманис использовал именно вот этот балкончик для своих публичных выступлений перед народом Латвии. Вот как мы с вами, только в 10-тысячнократном размере, да, то есть 10 тысяч человек здесь собиралось, мы приветствовали нашего вождя, авторитарного лидера Улманиса. Улманис стоял там на балкончике и приветствовал народ Латвии и толкал свои речи. После каждой речи, конечно, следует громкие овации, аплодисменты от народа Латвии. И здесь, на самом деле, очень хорошая акустика.
Слышите? Да. Соответственно, это, конечно, мечта любого оратора, чтобы выступать на площадке, да, где вот можно будет его голос слышать через эхо, да, свой голос, точнее, слышать через эхо, и аплодисменты умножались бы благодаря этому эхо, да, поэтому это, конечно, Улманису, наверное, доставляло удовольствие выступать здесь на Домской площади. Чао. Ну и таким образом, сегодня об этом трагическом моменте нашей истории, когда в Латвии установился автократия Карлиса Улманиса или диктатура Карлиса Улманиса, то здесь сегодня есть периметры тех самых снесенных домов. Вот эти вот полоски, да? Вот вы сейчас все жители одного дома, вы стоите на границе наших домов, потому что это мой дом, да? То есть вот видите границы моего дома. А здесь у нас глухая стена, если я хочу попасть к вам в гости, я нахожу наружу, я стучусь к вам и захожу к вам, да? Вот, соответственно, я у вас дома. Вот там ушла отдельная улица, там ушла вторая улица, да? То есть здесь так можно увидеть весь этот квартал, снесен был авторитарного управления Улманиса. Сегодня мы эту площадь называем Домской, потому что главное здесь, главное, что здесь привлекает наше внимание, это Домская церковь. И Домская церковь практически ровесница Риги. Может кто-то запомнил, когда Рига была основана? В 1201, а храм в 1211 году. То есть он практически ровесник города. Десятилетняя разница между Ригой и Домской церковью. То есть Рига 820 лет сейчас, храм 810. И храм заложил никто иной, как основатель Риги, епископ Альберт. Он не просто построил здесь город, он еще и построил главный храм. Это все было понятно и логично, потому что вспоминайте, зачем сюда пришел епископ Альберт. Распространить веру в том числе, не только торговлю поддержать, но и веру. А веру закрепляли в камне, в храмах. Соответственно, вот храм в 1211 году заложили, строили несколько, ну, вообще говорится, 60 лет строили. Ну, это, знаете, это как церковь Саграда Фамилия в Барселоне, святого семейства, которая строится всегда будет, скорее всего. Также и он строился на протяжении столетий, на самом деле. И это... Ну, в основе своей оригинальный ансамбль, да, то есть вот если брать вот эту алтарную часть, саму башню, купол, который вы видите, он был заменен в 18 веке на вот этот вот новый, потому что изначально в средние века купола не было, был шпиль такой готический, да, вытянутая башня, как у церкви Якова, где колокол висел. Но в 18 веке старый шпиль приходит в негодность, а рижане следили за модой, а в 18 веке в моде барокко, никто готический шпиль вам не построит, да, поэтому в моде барокко и сделали купол в стиле барокко, да, поэтому немного, конечно, не соответствует остальному ансамблю готического храма, но тем не менее свой образ, конечно, собрал Домская церковь. Он никуда не поседает, просто там, где он был 800 лет назад, это снят культурный слой, да, то есть мы с вами ходим по культурному слою, там культурный слой снят, храм стоит там, где он был основан 810 лет назад. Поэтому, заходя в храм, вы спускаетесь вниз. Да, просто потому, что город поднялся, а не храм спустился. Вопросы? Если нет, мы с вами идем на Радужную площадь. Это та площадь, куда нас по колокол звал идти. Так что надеемся на казнь. На казнь. Ну, интересно. То есть, спрашивайте меня? Да, вход это да, вход платный для туристов. Если вы прикинетесь лютеранином, то можно бесплатно пройти. Да. Ну, там на самом деле просто отдельный вход для лютеран. Это в такую небольшую капеллу. Мы да? Вчера уже заглядывали туда. Да, вообще, да, это действующий храм, это кафедральная церковь Евангелической лютеранской церкви Латвии. То есть главный храм лютеран страны. Здесь вы, кстати, можете увидеть все три храма главных на одном, ну, как бы на одном месте. Вот церковь Якоба, mm-hmm. Домская церковь, церковь Петра торчит. Да? Mm-hmm. Тоже архитектура вождя Улманиса. Вот эта вся улица, видите, один монолитный дом. Это тоже на месте снесенных маленьких средневековых, ну или позже времен застроек, был построен вот этот громадный комплекс супер-министерства министерства финансов,
И очень хорошо прослеживается архитектура периода Улманиса. В каждой колонне, видите, 4 колонны, каждую колонну украшают по 3 объединенные звезды. Да, то есть символ единения, который появился и на памятнике, на Рижском замке, и даже в здании Министерства финансов. Весь квартал занимает здание. А можно вопрос? Да, конечно. А что значит петушки на шпилях? Да, здесь да, да, и там тоже, да. Вам как, легенду или настоящую историю? Ну и то, и то. Ну, легенда, она достаточно глупа, и вы могли ее слышать и в Риме. Типа, условно говоря, ночью загорелся город, петухи закричали и разбудили рижан, и они увидели, что город горит, и потушили этот огонь, и озолотили петухов и установили на башнях церквей, чтобы они дальше наблюдали за городом, да, то есть, чтобы спасли нас от пожара. Это легенда. Такую же можно встретить в Риме, я думаю, еще в других городах, в других городах Европы. Настоящая история, она достаточно сложная, я попробую простить вам. То есть это связано с лютеранами и католиками. То есть изначально были католики здесь, но в 16 веке Мартин Лютер, не кинг, не чернокожий, не за права чернокожих в Америке, а католический священник в Виттенберге решил реформировать католическую церковь. Противовес как бы идеям Папы Римского. Он прибил тезисы к церкви в Виттенберге, где запрещалась индульгенция, отпущение грехов за деньги. Я вам заплатил, грехи отмолены, да? И другие различные вещи, которые сегодня, ну, тоже отсутствуют уже многие в католической церкви, но были свойственны для католиков в 16 веке. Но Папа Римский сказал, что вы этого Лютера слушаете, это все ересь. Объявил Мартина Лютера его учение ересью, отлучил от церкви, но за Лютером пошли последователи. Они приходят в Ригу в 1522 году. Это католические храмы все. Были католические храмы. Наверху были кресты. И католики, то есть лютеране считали, что католики в тот момент слишком сильно поклоняются, занимаются идолопоклонством. То есть они молятся не столько, то есть они не столько веруют, сколько молятся просто кресту, распятием, мощам, иконам, не видя за этим самой веры. У лютеран главное это вера. Поэтому в лютеранских храмах нету мощей, это, извините меня, просто кости, нету икон, это просто художественные работы, и нету других различных регалий, или то, что знакомо вам в православии в том числе, может быть. И кресты здесь заменялись на символ святого Петра. На церкви Петра петух был, скорее всего, гораздо раньше уже, потому что это церковь Петра. Вспоминайте, было в Библии такое, что петух прокричал, и Петр отрекся от Христа. Да, ну как-то так это звучало примерно в Библии. Извините за мой недословный пересказ. Но суть в том, что почему Петр отрекся, но остался по-прежнему святым апостолом. Не полностью. Я тоже Библию не очень-то люблю, если что, я не думаю, что я прям такой знаком был в Библии, потому что он покаялся, он, соответственно, искупил свои грехи, он остался верен Иисусу, потому что он согрешил и искупил грехи. То же самое лютеране призывали нас в 16 веке заниматься, покайтесь, дети мои, мы должны искупить свои грехи, и тогда воздастся нам, там, ну, извините за, опять же, мы там неправильную всю эту интерпретацию, возможно, но суть в том, что кресты заменили на петухов лютеране, тем самым напоминая о нашей грешной сущности. Перечитайте все дети Библию, да, и, в общем, мне пора вести эти передачи, знаете, на где люди встают, там, аллилуйя, с колясочками, да, и так далее. Пойдемте. Это вот эта улочка, которая ночью красиво светится. Мы были, но мы не пошли. Мы ее не видели, что она светилась. Если вы следите за мной где-нибудь в социальных сетях, то вы знаете, что у меня есть такая традиция. Я фотографирую свои туристические группы, потом выкладываю в социальные сети. Я никого не смею заставлять фотографироваться, да, потому что ваш. Ага. Скажи, тут символический парк.
Ну да, на самом деле здесь история достаточно трагическая. Здесь войной были разрушены постройки, а в советское время здесь были построены такие лабораторные корпуса технического университета. Совсем непримечательное здание, такая советская школа. А здесь была улица Ленина. И это, ну, разрушили эти лабораторные корпуса. И вот не знаю до сих пор, видимо, как применить этот пустырь. Здесь были кафе, вот пока до ковида можно было сидеть спокойно. Кафе были, какие-то магазинчики, ярмарка. Но сейчас... Вчера. Дева Мария, а с другой стороны кто стоит? Мавр, да, то есть это святой Маврикий, черная голова. И, соответственно, сегодня это может звучать смешно и нетолерантно и так далее, и тому, ну и так, Black Lives Matter, короче. А в те времена, представьте себе, с позиции простых обывателей рижан. Вот вы видите, что у них на здании черная голова у мужчины. На входных дверях там тоже стоят головы мавра. На перстнях у них изображение мавров, на папирусах, на бумагах, да, изображение мавров, на какой-нибудь символике, наградах изображение мавра. Как вы будете их называть, ну, если вы не знаете, кто такие мавры, это сегодня так красиво звучит. Ну, либо негры, да, ну, либо да, черноголовые, да, то есть в самом простом смысле это черноголовые, да, то есть везде изображены черные головы. Поэтому это братство кого? Черноголовых, как со шведскими воротами. И... почему они вообще выбирали покровителя, это нормально было для всего нашего набожного прошлого. То есть мы бы с вами сегодня, как туристическая группа, вот мы с вами объединились в 11 часов туристов, мы бы, скорее всего, тоже бы в каком-нибудь веке 15-м бы выбрали себе покровителя, да, какого-нибудь там святого Николая, это Санта-Клаус, если кто не знает, да. Ну вот, таким образом, это бы обязательно было условие любого братства, сестринства, организации, группы. И... это братство было крайне успешное, торговало сначала с Ганзейским союзом, потом, ну, были частью Ганзейского союза, потом после распада Ганзы они просто продолжали сохранять... Через Рижский порт вышло 42 тысячи человек немецкого происхождения. Это не какие-то понаехавшие люди были, 42 тысячи жителей нашей страны за один месяц, покинули навсегда свою родину. Оккупированную Польшу. Гитлер там, на самом деле, там не так подонок, конечно, да, но и тут он еще как бы вдвойне, он даже немецкий народ не селил на Германии. Германия, почему в Польшу оккупировано? Потому что в Польше надо было поменять национальный состав. Поляков брать, немцами балтийскими, которые не совсем уж наверное, как оказалось, наверное, заселить Польшу. Поэтому 1939 год, это тоже страшный год для Латвии, когда мы потеряли нашу немецкую общину, которая была, которой мы были бы сами. Мы подошли к церкви Святого Петра. Это, безусловно, один из самых запоминающихся храмов нашего города. Да, вот наравне с церковью Якоба мы видели, где колокол висел, Домской церковью с этим барокко куполом, да. Ну и, конечно, церковь Петра. Впервые упомянута в источниках, в хрониках в 1209 году. То есть это одна из самых церквей, первых церквей нашего города. Ну как города? Города здесь особо не было в 1209 году. Рига была здесь рядом, а тут был загород. Да, то сейчас мы гуляем по старой Риге, а здесь когда-то даже города не было. И церковь была, конечно, скорее всего, маленькой, скромненькой. Но город разрастался, и община разрасталась в церкви. И, соответственно, в 17 веке историки утверждают, у церкви уже нынешний масштаб. То есть 1600-е года, это вот примерно нынешний масштаб у церкви. Это 123 метра в высоту. Это, ну вот, мы сейчас пройдем его сбоку, вы увидите, насколько оно, да, масштабное. И наверху, как и на других храмах, есть золотой петушок. С этим петушком в Риге есть традиция. Эта церковь очень часто страдала в огне, в пожарах. Смотрите, я вам сейчас объясню, и вы, наверное, поймете, почему она страдала. Шпиль был деревянный до 1941 года. Дерево возвышается над городом, и наверху металлический наконечник.
Да, сразу видно, физику хорошо учили, да? Соответственно, дерево с металлическим наконечником возвышается над городом. Молния попадала в храм неоднократно. И известно, как минимум, что 6 раз этот храм горел, страдал в пожаре. И если бы я покупал недвижимость, я бы не покупал недвижимость в радиусе 100 метров от церкви, потому что вот это все, оно каждый раз куда-то падало, оно же не в себя складывается, оно падает, падает, поэтому в радиусе 100 метров здесь так себе с недвижкой, наверное. Ну вот, и каждый раз церковь восстанавливали. И наверх устанавливали нового петушка. И по традиции этого петушка должен был оседлать инженер. Сесть на него сверху, выпить бокал какого-то горячительного напитка и бросить его на землю, да, на счастье. Чтобы вы понимали, масштаб этого петуха наверху – это 1.5 на 2 метра. То есть это не вот такой петушок. Просто здесь прилавливается зрение, ну, это 123 метра. Петушок, как вот этот вот конь, можете увидеть. Да? То есть примерно он масштаба такого же, как этот деревянный конь. Так что это большая такая бандура, на которую действительно как на лошадь можно садиться и, в общем-то, плясать даже можно на этом петухе. Ну вот, и последний раз, когда установили этого петушка и выпили бокал напитка и бросили его на счастье, это было в 1970-е. Потому что в 1941 году война не остановилась на Ратушной площади. Снаряды падали и здесь, и в том числе попадали в церковь Петра. Не было совершенно кровли, то есть она пострадала, кровля, не было крыши, не было внутренности никаких, только корпус остался. Корпус без башни, без крыши. И вот на основе этого корпуса в 1970-е советская власть восстанавливает культурно-исторический комплекс, кавычки открываются, церковь Святого Петра, кавычки закрываются. Церковь – это название музея, но не состояние. Там есть алтарь, там есть службы, там есть община, но здание работает как музей. Да, то есть там проходят выставки, концерты иногда, для туристов открыто помещение, но оно не столько церковь, как больше музей все-таки на сегодняшний день. Да, так что работает каждый день, как понедельник. Буквально 5 минут, так что держитесь, крепитесь. И мы подошли с вами к важной части культуры такой. Мы еще подойдем. Это бременские музыканты. Как вы думаете, кто нам их подарил? Отлично, логика работает. Ну, то есть я говорю, действительно, это подарок города Бремена. В 1201 году нас основал епископ Альберт, и может кто-то услышал, откуда он был. Он был тоже из Бремена. То есть наш основатель, он приехал из Бремена. И в 1990 году, то есть спустя вон сколько лет, да, через почти там сколько, 8 столетий, в 1990 году Бременский совет, ну то есть Бременская власть дарит Риге вот этот символический такой сувенир, да, символический сувенир Бремена, бременских музыкантов. И мы их устанавливаем здесь, на очень важном месте, потому что их морды, они обращены на двор конвента, как там подписано додаркой. Конвент – это не русское, не латышское слово, это двор собраний, можно по-русски сказать. Двор собраний, потому что за вот этими домами, за этими воротами, за вот этими двумя окнами, за вот этой церковью, за ней есть сегодня реплика, да, то есть такая условная копия первой крепости города. Потому что епископ Альберт, он когда сюда пришел и высадился, он же не мог построить все вот это сразу. Он построил небольшую крепость, знаете, на берегу реки Рига. И поэтому бременские музыканты смотрят на детище своего, ну как бы соотечественника, можно выразиться, за своего, на стены своего города, то есть города, который построил их, основал их уроженец Бремена. Да? Таким образом мы с вами туда зайдем. Потому что там у нас 820 лет все начиналось, ну и сегодня все у нас там закончилось. Здесь все началось, да? Да. Чисто символично. Да. Есть вопрос. Ну, начало и конца, да. 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 А вот дата, с которой мы начинали, да. Как она выставила в Советском Союзе? Ну, если вы завтра не планируете прийти на экскурсию, то поясню. В двух словах. Ее собирались вроде как сносить в 1950-е, потому что он символизирует, ну, не ту власть, да, он символизирует национальное государство, а Советский Союз – это интернационал, там все дела. И его собирались сносить, этот памятник, но есть легенда. Легенда говорит, что Вера Мухина – это скульптор,
Центр рабочей колхозницы в Москве на ВДНХ, символ советского павильона в Париже был когда-то сделан, но сегодня в Москве стоит, либо символ Мосфильма, это еще, да? Она вот уроженка Риги, она родилась в Риге, и считается, что она выступила в качестве защитника этого памятника. Она попросила не сносить этот памятник, видя в нем архитектурную какую-то, видимо, ценность, да. Но есть более такая правдоподобная история, звучит она следующим образом. Автор этого памятника Эрнест Шталберг, который сделал, в свою очередь, памятник Ленину. То есть человек, он, да, то есть он делал противоположные вообще памятники по смыслу, содержанию идеологии, но поскольку памятник Ленина Шталберга заслужил всякие там награды, премии, ленинские, сталинские, неважно, да, то, соответственно, мы не могли признать другую его работу, антисоветчиной. Поэтому его работа уцелела, именно как обе работы стояли, но памятник Ленину в 90-х годах был разрушен. Да. Такая вот история. Самые высокие жители Европы, да, я не классический пример, конечно, но, типа, действительно, да, для нас это не является каким-то очень высоким порогом. Оксана. И под хвостом платить не обязательно. Это в Нью-Йорке у БК. А что тоже, давай. Давай, ползи, вы что, на петуха допрыгнуть? Я до петуха никак не смогу. Да ладно. Развалю это, памятник еще людям. Ну, такие же петухи. Вот эту морду я хотела. Пойдемте, мы недалеко закончим. Смотреть утром на градусник, такие, ну 0 градусов, я так в магазин хожу. На самом деле от 0 градусов отнимите 10 градусов. То есть такой параметр, как ощущается как. Mm-hmm. Вот в Латвии ощущается как, это всегда на минус 5-10 градусов. Mm-hmm. Да, зимой, поэтому все замерзли. Ну плюс то, что 2 часа на улице еще. Видите, там вот люди стоят за Аркой, вот там вдалеке. 800 лет назад они в воде стояли. Там была река Рига. Здесь был уже вход с другой стороны, суши. То есть это очень маленькая крепость. Но она вытянутая была вдоль реки. Да, вот видите, как улица идет. Она идет параллельно когда-то текущей здесь реке Рига. Она вот так вот шла река, и так вот улицы шли крепости. И вот там вот буквально увидите уже дома. Это все, это порог Риги. То есть это вот и все масштабы первой крепости. То, что епископ Альберт, он же не мог действительно взять и все это построить. Он построил, в принципе, не крепость, а замок. Да, замок построил. И вот на основе этого замка на берегу реки Рига, замок на берегу Риги, был основан город Рига, который позже вот вырос, и появилась уже церковь Петра, как городская церковь, то, что Рига продвинулась дальше. Потом мы достигли городского канала, который искусственно вырыт, как ров. Ну, а сейчас Рига уже там гораздо превышает масштабы того, что мы имели 200 лет назад всего лишь. Вот подойдем к этому домику желтенькому. Это наш точный финиш, уже обещаю. Да ладно? И, соответственно, покажу вам очень интересные вещи. Ну, то есть вот здесь вот воссоздана такая реплика первой крепости. Вот я говорю, там вы видите желтую стену, это уже граница крепости. Да? То есть Рига первоначально очень небольшая крепость, хотя сегодня мы крупнейший город стран Балтии. И здесь мы видим здание, которое я вам с той стороны у бременских музыкантов показывал. Это такие два окна, отделенных от улицы были, да, то есть такое серое здание с двумя окнами. Изначально, в 13 веке, это церковь святого Георгия, Юра Базница. Но с течением времени церковь превратилась в склад. Это нормально, не только советская власть превращала церковь в склады, и такое было и до советской эпохи. Так что в средние века еще это здание превратилось в склад. Вот вы можете увидеть наверху такие козырьки с лебедкой. Ну, то есть груз поднимали наверх, да, раньше? И окна. И окна, да. Сегодня это музей декоративного искусства и дизайна. Вход тоже с той стороны. Но что интересно здесь? Видите спуск? Как бы любой нормальный логический человек, а я вас на логику только что проверял с бременскими музыкантами, скажет, что это спуск в подвал. Ну, логично же, да? На самом деле, если учитывать, что этому зданию 800 лет, это первая это единственная сохранившаяся или первая каменная постройка Риги, да, так называют ее.
Нет, это все можно было перестроить, переделать. Суть именно в том, что 800 лет назад это был не подвал, это был первый этаж. Это первый этаж, mm-hmm. да, то есть это была Рига когда-то 800 лет назад. Mm-hmm. И вот за эти 2 часа и 5 минут, что мы с вами как бы немного усвоили, пробежимся, то есть у нас здесь с вами под ногами колоссальные залежи истории, да, 800-летняя история. Вот здесь вот вы можете увидеть, насколько здесь много истории у нас под ногами. А что у нас под ногами? Я это все упоминал, кстати, вы просто могли не замечать этого. А, изначально мы прошлись по истории Латвии, да, так раз-два. А потом мы взяли языческий период, да, язычники здесь. Потом крестоносцы пришли в город. Потом я упоминал у шведских ворот Швеция, шведское правление, да. Стефана Батория упоминал у замка, да, польский период наш. Битва с католиками, да, то есть это тоже связано там было. Затем я упоминал Российскую империю, да, дом Лифлянского Лантага, допустим, с императорской властью. Затем период независимости, как мы обрели свое государство, как Латвия, Рига развивалась. Период авторитаризма Карлиса Улманиса, нашего диктатора. Период советской власти, Второй мировой войны, наших дней. Все это я упоминал, все это у нас здесь с вами под ногами. Поэтому вот за 2 часа и 5 минут я постарался вам с каждого элемента вот этой 800-летней истории хоть маленький кусочек, но преподнести. До Латвии только не завоевывали. Ну, проблема в том, что нас не было до 20 века, поэтому завоевывали, но они не знали, что это Латвия. То есть, да. Если Россия придет, нас оккупирует, она не оккупирует, она просто заберет свое. Ну, насчет вот России забрать свое, тут вы аккуратнее, конечно, да. Это очень скользкая тема, да, такая. Давайте все-таки на более позитивной ноте закончим. Завтра альтернативная Рига, 11 часов, центр города Московский Форштадт, Сталинская высотка, центральный рынок, история Второй мировой войны, 19 век, формирование центра города, да, то есть это завтра, если хотите, записывайтесь, места еще есть. Если нет, поаплодируйте сегодня друг другу, потому что вы тоже большие молодцы. И вам также.